Спасибо Никотери большое за открытие, за то, что сделали площадку. То у нас обычно это бары и аптеки везде, блин. Детям негде даже погулять. А так большая площадка, качели будет, где выйти с детьми, прогулять, развлечение какое-то. И родители вроде бы-то при доме, и рядышком, и детям есть где поиграть. Ну, в принципе, может быть, хоть чистота будет какая-то поддерживаться. Надеюсь, что это все будет как-то поддерживаться. А то, что их не хватало бы здесь еще, здесь, наверное, не закреплено, чтобы уборка территории. Потому что наш менталитет, к сожалению, это ненадолго, чистота. Ну, в принципе, больше и не знаю. А сами вообще готовы поддерживать, если вдруг конечно, не будет возможности? Конечно, везде, где отдыхаем, я везде. Ну, мы, в таком случае, нету такого, чтобы... В таком случае, в нашей компании. Ну, тут дети, к сожалению, в основном. Хотя вот в мусорках, видите, мусорок пусть побольше поставят. Мусорок больше будет, может быть, меньше мусора будет. Обычно где-то раньше было чистенько поддерживать. Но до тех пор, пока не будет решен вопрос, допустим, с дворником или с тем, кто будет убирать, вы готовы сами вот конечно, ходить вечером? Конечно, а до этого вы думаете, кто здесь убирал? Организовывали субботники, жители нашего дома организовали. Тут у нас одна знаменитая Ира Печеная. Это самый главный организатор во всем организации. Вот она и организовывала. Старые дамбы перекапывали, убирали мусор. Обычно убирали жильцы, да. Людей так мимо не было, жильцы убирали, выходили. Чаще всего это жильцы, уже надеюсь. Так же само, конечно, будем стараться поддерживать здесь порядок. Но а качели, сам городок, то есть вас все устраивает? Вот как мам, бабушка? Качели бы хотелось побольше немножко, именно для детей. Да, ну развлекательных побольше. Вот когда детей собираются сильно много, то они толкутся друг с другом. Да, то они друг друга убивают. А вообще очень хорошо. Если здесь была грязная площадка, то мусорка была всю, то здесь, конечно, приятно выйти, приятно проходить дорожки, чисто, хорошо, да. Если деревья прибутся, будет вообще парк хороший. Будет хороший парк. По сравнению, конечно, с тем, что было, это небо и земля. А вот у вас здесь 3 9-этажных дома. Вы не будете ревновать, когда они будут приходить со своими детьми? Да, нет, ради бога. Денис будет почти со всего района. Детей ради бога. Пускай приходят. Мне кажется, старая детская площадка, которая здесь была, мы достаточно давно здесь живем. Мне кажется, сюда тоже было тяпочка, наверное, сходилось, я сюда и играть, поэтому нужно было ревновать и выгонять. Мы тут живем, все нам и все только наше. Ну, вы, конечно, со взрослой колокольни судим. Может быть, дети по-другому будут. Ну, хотя я сомневаюсь, ради бога. Мне, допустим, я ревновать точно не буду, ради бога. Всем детям нужно где-то играть. Дети дружат хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы родители присматривали за детьми. Да, мамочки, бабушки, которые выгуляют детей, которые дети бегают по клумбам, хапают деревья, то по кустам, никто не делает замечания. Родители, да. Это везде как должно. Хотелось бы, чтобы ну, люди делали, люди сделали, вложили деньги, вложили труд, вложили свою душу, чтобы это родители понимали, донесли до детей, что это надо жалеть, что это кто-то сделал, это надо жалеть. Речь для своих же потом.